Nie, воинского звания. Вчера 51-532, 10-я, 19-я, 19-я, 19-я. Скажи, зачем ты сюда приехал? Отойдите! Я хотел вам сказать, что получается, ну, накручивают новости, что здесь, ну, ведется какой-то, ну, терроризм и, то есть, беспредел, и то, что Россия, ну, именно Украина нуждается в помощи российских солдат, получается, вот так. Ты это говоришь от себя или тебя заставили? Нет, это я смотрел новости, я читал это мониторе. А откуда ты родом? Родом из Сибири. Сибири, да? Маме передай привет. Объясни маме, что ты тут делаешь. Объясни, скажи, мама, я здесь в Украине убиваю украинских детей, таких же, как и я. Ты не убивал, нет, да? Нет, еще, ну, в смысле, еще. Я тебя сейчас повезу, хочешь, покажу, что вы наделали тут? Ну, лично я. Ну, лично ты, я понимаю, что я ты. Я что, никого не... Значит, скажи то, что я тебя просил. Обратись к русским солдатам и скажи, если вы поднимете руки и придете с белыми флагами, я даю слово, что вас никто не тронет, мы вас нагреем, накормим и отвезем домой к вашим мамам и папам. Русские солдаты... Наступайте на украинскую землю, здесь как бы встречают. Да. Как тут? Не бойся, говори. Да я вот просто...